Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Только что ко мне приехала посылка из интернет-магазина Makeup, и я решила вам показать, что я заказала на этот раз. Посылочка была небольшой, здесь всего 5 позиций, но здесь все очень нужное, все очень полезное и не один раз заказанное и проверенное. Для вашего удобства я уже все позиции развернула, но они были вот завернуты вот в такую вот крафтовую бумагу. Так, и первым делом в посылке мы видим пилочку для ногтей. На этот раз я решила взять пилочку фирмы Коди. Ну, абразивность для меня стандартная, 100 на 180 грит. Так, далее здесь в посылке лежит крем для депиляции Леди Карамель. Я постоянно беру это средство для удаления нежелательных волос. И вот здесь у меня новый крем для депиляции. А вот тут вот для доказательства показываю крем, который у меня уже практически закончился. И вот я уже взяла новый ему на замену. И как всегда, это у меня крем для депиляции тела, для чувствительной кожи. Меня вполне устраивает качество этого крема, он хорошо справляется со своей работой, и на какие-то другие, более дорогие марки я не вижу смысла его менять. Так, убираем старый, убираем новый, и, кстати, забыла вам сказать, какая стоимость этих позиций. Так, крем для депиляции стоил 38 гривен, а пилочка для ногтей стоила 16 гривен. Так. Как всегда, у меня в заказе пробник духов Монталь. Обожаю эту нишевую марку, но не вижу смысла заказывать для себя полноразмерные версии, потому что ароматы очень концентрированные, очень сильные, очень насыщенные, со стойким шлейфом. И мне вот такого пробника на 2 мл хватает очень-очень-очень надолго. И в этот раз я взяла пробник аромата Chocolate Greedy, то есть шоколадный жадина. Это аромат относится к группе гурманских ароматов, то есть он очень сладенький, очень шоколадный и даже чем-то напоминает по вкусу такой либо горячий шоколад, либо молочную шоколадку с орехами. И стоил этот пробник, так, Монталь Chocolate Greedy 54 гривны. Ну и это, как я уже говорила, у меня постоянная покупка. Вот у меня пробник Монталь Ванила Кейк. Это парфюм с ароматом молочных ирисок, ванильных, естественно, ирисок. И у меня уже есть пробник Ваниль Абсолю. Кстати, вот такой вот аромат Ваниль Абсолю я в полноразмерной версии уж точно никогда не куплю, потому что ваниль здесь очень резкая, очень сильная, очень насыщенная, очень горькая, очень сухая. А вот Ванила Кейк я, пожалуй, куплю, но только не 100 мл флакон, а, скорее всего, я буду покупать travel версию. Там, кажется, 20 мл флакончик. И вот я с удовольствием ношу этот аромат. Мне нравится запах молочных ирисок, и меня абсолютно не смущает, что от меня пахнет чем-то съедобным и кондитерским. Так, следующая моя покупка. Ну вот стандартно, это бальзам для огрубевшей и потрескавшейся кожи стоп. Ну, как всегда, это проверенная покупка, очень нужная покупка и это повторная покупка. Кто смотрит мой канал уже давно, часто видит этот бальзам у меня в роликах и в покупках, и в отзывах, и вообще во всех видео, связанных, хоть как-то связанных с пятками. И вот это вот у меня новый бальзамчик. А вот этот бальзамчик, который уже идет где-то в использовании примерно месяц. Ну, пользуюсь не я одна, а пользуемся мы как бы всей семьей. Поэтому его хватает, ну, скажем так, не очень надолго. Вот. И стоимость этого бальзама. Так, бальзам для грубой и потрескавшейся кожи стоп Биокон 31 гривна. Вот его цена. Очень бюджетно и очень эффективно при этом. И лучше этого бальзама для сухих пяток, для трещин на пятках, для натоптышей, в общем-то, я еще не встречала. Ничего лучше этого средства я не видела. Так,
И последнее, что здесь лежит в коробке, это кислотный пилинг для педикюра. Он предназначен для удаления, для быстрого удаления огрубевшей кожи на стопах и на пятках. И пользоваться им довольно просто. Его наносишь толстым слоем на пятки, ждешь примерно от 30 секунд до 1 минуты. Потом смываешь этот гель водичкой и проходишься по пяткам теркой, ну, пилочкой шлифовальной для пяток. И все. Как бы процедура занимает всего несколько минут, а потом пятки становятся как у младенца. Ну, это для тех, кто не любит возиться со всякими народными средствами и экономит свое время. И это тоже, кстати, у меня повторная покупка. Вот здесь у меня уже полностью закончившийся гель. Ну, скажем так, если у вас с пятками все в порядке, то он вам не нужен, потому что это довольно агрессивное средство. А если вы страдаете от гиперкератоза, то вот этот гель будет для вас настоящим спасением. Стоит он, сейчас покажу чеки, так, кислотный пилинг для педикюра PNB Professional 150 гривен за 165 миллилитров. Кстати, вот этот вот пилинг гель используют мастера педикюра в своей работе, поэтому если вы в поисках какого-то суперпрофессионального, суперэффективного средства, то могу вам посоветовать этот вот гель. Работает он, конечно, весьма агрессивно, но экономит время существенно. С ним надо быть очень осторожным, потому что он может очень сильно пересушить, и если его передержать, то даже обжечь немного кожу. Но если действовать строго по инструкции, не передерживать его, быстро смывать, то качеством и эффектом вы будете довольны. Ну, в общем, вот такой вот был у меня скромный заказик из интернет-магазина Makeup. Мне нравится ассортимент этого магазина. Все приходит довольно быстро. Все хорошо запаковано. К качеству товаров, представленных в этом магазине, у меня никаких претензий никогда не бывает. Курьеры всегда вежливые. Консультанты толковые, отвечают на все вопросы. Ну и доставка, вот сегодня заказываешь, завтра получаешь свою посылку. То есть не надо 3 года ждать, когда приедет твой заказ. Ну и, естественно, экономия времени, не надо бегать по магазинам в поисках каких-то нужных позиций. К тому же на Makeup часто бывают акции, и на хороших скидках можно купить любимые товары. А тогда как в косметических магазинах или в аптеках, например, те же средства будут стоить на 10-15, а то и 50% дороже. И вот, например, за вот этот вот заказ я заплатила 289 гривен. А если бы я покупала все эти позиции, например, в наших косметических магазинах, то я заплатила, ну, где-то процентов на 20 больше. Поэтому я не вижу смысла бегать по магазинам и все свои покупки совершаю онлайн. Вот как-то так. Надеюсь, вам понравилось и было полезно это видео, и вы увидели для себя что-то полезное, что-то новое, что-то интересное.